Ну нож зачем ты взял? Может, ножом разрежешь? Иваныч, ножом разрезай. Блин, какой ты упрямый, дядь Володя, а? Опа! Ключик. А это сотки новые, я так понимаю. Хватит рычать, Иваныч. Перелистывай, перелистывай. Видишь, они в каждом заложены. Перелистывай, дядь Володь. А до хуя тебе прислали? Ну? И сейф открывать? Ну а чё ж, ключ, ты же видишь, прислали. А? Открывай. И все стольники новые, ты видишь? Ага. Нового образца. Перелистывай. Тебе дай денег. Не надо. 100 рублей дай мне. На память. Во. Вот такие вот, друзья. Новые сотки. Спасибо, дядь Володь. Пойдет. Сейф доставай. Ну, ну-ка, другой стороной вставляй. Ну чё ты? Не открывается. Да как не открывается? Крутится же. Крути, крути. Чё? Ты неправильно себе открываешь. Ну-ка. Дай, дай я попробую. Вот так вот. Чё там? Деньги. Всё как ты любишь. Thank you.
О, железный. Юбилейный. Считать не будешь? Не. Зачем? А что будешь делать? В магазин поведем. Ветчины возьмем и колбаски возьмем. Там поменяешь? А? Пускай так и будет. Пакет-то набери. На, пакет. Шифонер закрывай. Ложи в пакет, деньги в пакет, ложи. Ну, чтобы не рассыпал, нигде не порвал по дороге. Угу. Поехали. Что сказать надо, дядь Володь? Спасибо. Кому? Подписчикам. Ну да. Всем спасибо, друзья. Едем дальше. Замыкай.